Буква П. Буква П – 17-я буква современного русского алфавита. По начертанию буква соответствует букве «покой» славянской кириллицы, что означает «мир», «покой», «спокойствие», «отдых», а также «кончина». Происходит от греческой буквы «пи». В кириллице буква изображается так и имеет числовое значение 80. В глаголице эта буква изображается так и имеет числовое значение 90.